Чат, если у вас лагает YouTube, ролики дублируются на Дзен. Ссылка будет в описании под видео. Это стратежка? Или что это? Или это новая вот эта, которая? Чел все еще там. Раз. Спокойно. Ну, дробаш спрячется, да? Соответственно. Сейчас надо, значит, перехватывать жулика, который пойдет вот сюда. С эмочкой. Ботик, вот у тебя лежат трупы на малой стройке. У тебя там не срабатывает скрипт пойти и полутать, не? Похоже, что не срабатывает. Вон он, сука, зато срабатывает. Чел, да лутай, не бойся, господи. Так. Прыгает кто-то. Так. Ладой маловек, блин. Слева, что ли, стрелял? Хочешь на гранатку посмотреть? Смотри, какая гранатка. Ой! О, какая. Смотри. Я какая гранатка, чел. Они по нему стреляют? Кто-то все еще на АГС-ке есть. Ой, блядь. Сиди там, друг, сиди. Только не уходи никуда. Че, блядь? Бот? А что-то он по мне стрелял? Нет, это вообще бомжара какой-то. Казанами, блин. Так, окей. Так, вон он, сука. Хорошо. Пойдем на заправочку, посмотрим.
Кассу решил полутать, да? Найс. Я думаю, все, можно идти. Вряд ли мы кого-то еще найдем в этом рейде. А, так бот здесь убил кого-то, ни хрена. Вот это чел, который по мне стрелял. Кто-то ходит. Вот этот чел по мне стрелял. Он побежал меня отсюда, походу, обходить с этой стороны. Ботик сел за АГС и уничтожил его. Причем это был обычный бот. Чувак, добро пожаловать в мой мир. Обычных ботов. Блять, бога-то куда? Так, битрейт опять скачет нормально там со стримами. Все, ребят. Просто ушел куда-то. Броня, считай. Это чё меня так надамажило? Боты, что ли, да? Ёб твою мать! Почему я не удивлен? Блять, ПВЕшники просили контент. Ну, блять, дайте им в ПВЕ побольше ботов. Зачем нам-то, блять, ботов миллиарды ставить ПВПшникам? В итоге нормальные люди, блять, файтятся с ботами весь рейд. Но нахера? Какая граната? А, он на растяжку наступил. Точно, тут же этот босс растяжек понаставил. Чё у нас оповещение не работает, чат? Блять, он даже тут растяжку поставил. Смотри, ты вообще нормальный? Бери.
МДР-ка там лежит. Вот у этого бомжа, походу. А, тут еще и РФБ-ха. Так. Чем стреляем? Головной. Так. А, нет, не валим, подожди. Тулач. Теперь валим. О, еще СВД лежит. Капец, тут файт был у типов. Еще один. Да не торопись, заряжай аккуратненько по технике безопасности. Звука ноль вообще, что боты пришли. Они бы за пулемет сели бы, я бы даже не услышал. Куртка, да, висит, вроде мне показалось, чел стоит. Так, ну, трое должны быть засчитаны. Еще два, да, значит? Ебана мать. Вы посмотрите, сколько ботов я вот убиваю просто за обычную катку. Это я даже в общаге не зашел. 61 попадание. Фух. Все остальное норм. Ой-ой-ой. Надо их ловить, чат. Дюкарта, да, она слабовата, но... Вот это уже по мне. Так, пойдем прочекаем большую и жуликов со старой заправки, которые побежали туда. Да. Чувак все еще там сидит. Блять! Товарный поезд. Фух, успел развернуться. Меня что-то ранило сейчас? А, да? Меня убил читак. Вот что это меня ранило. Причем это было где-то с километра примерно. Затылок. Угу. Ну кто-то же должен запороть был нам этот, да? Правильно. Опа. Что это, блядь, бот? Подожди, вроде в наушниках. Ай-яй-яй, блин. О, ну тут должно быть 60 метров. Я думаю, еще одного нам осталось. Да, еще одного. И он на старый в данный момент. Чевок. Давай.
Знаешь? Курт, ну все готово, блин, изи. Если б не читачок, мы бы за два рейда сделали. Вот так за три получилось. Ля ты крыса, а? Схренали, блин, баня упала. Это снайпинг. Мы в The Dark Souls до 5 утра играли, или до 6, блин, вообще. Ой, нет, 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 не надо, не надо, вижу их. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.